На зимнюю Олимпиаду в Сочи едут не только лучшие спортсмены Кубани, но также и группы поддержки со всего края, в том числе и из Славянского района. С олимпийскими болельщиками пообщались наши корреспонденты. С каким настроением едут и за кого особенно горячо будут болеть славянцы, смотрите в следующем материале выпуска. Делегация Славянского района отправилась на Олимпийские игры в Сочи вечером 5 февраля. Перед отъездом глава муниципалитета Роман Синяговский вручил 22 славянцам спортивную форму болельщиков, отметив, что он уверен в том, что они смогут и многому научиться на Олимпийских играх и достойно представить наш район. Я бы хотел пожелать вам, во-первых, хорошего времяпровождения, потому что я считаю, здесь вы совместите приятное с полезным, помимо того, что вы работники спорта, будет возможность, наверное, с кем-то познакомиться, на что-то посмотреть, еще раз повторю, чего-то черпнуть нового. Ну и поддержать наших спортсменов, прежде всего, поддержать сборную команду нашей страны. Я уверен, что с вашей поддержкой у нас будет много передовых мест. Получить там хорошее настроение. Сегодня в Сочи действительно построился совершенно новый город. Новые спортивные объекты, есть что посмотреть, есть чему поучиться и хорошо провести время. Удачи, успехов, всего самого-самого доброго. А так как мы одна команда, Роман Иванович сказал, то извините, Роман Иванович, подаю вам, как члену команды. Спасибо, спасибо. В основном в делегации Славянского района работники спортивной отрасли, детские тренеры. Все они понимают, у нас одна страна, одна команда, а поддержка каждого из болельщиков важна для сборной России. Очень благодарен случаю, судьбе нашей администрации, что выпала такая счастливая возможность поехать на Олимпиаду. Воспользуюсь ей непременно, буду болеть за наших. Россия вперед! Очень надеюсь, что наши победят, как минимум в хоккее точно. Буду переживать за нашу сборную. Мы едем очень хорошим настроением. Конечно, будем болеть за нашу команду. И я думаю, благодаря нашей поддержке мы завоюем много медалей. Всем им оформлены паспорта болельщика, которые дают доступ на соревнования, на олимпийские концертные площадки, в театры, концертные залы и музеи города. Проживать наши болельщики будут на одном из пароходов, пришвартованных у берега. Рузана Ефремян, Михаил Варгулев, программа «События».